Всем привет! Сегодня я покажу, как только китчен или только бока делать или кофе, или молоко. Заходим. Так. Так, заходим. Так. Вот. И мы выберем просто выберем чашу. Так. Мы можем делать из этого, я сейчас сначала покажу. Это сейчас мы делаем молоко. Можем делать из этого молоко. Так, у меня, блин. Вот это вот. Так. Возможно, сделать из этого молоко. Так, теперь заходим в эту мусору. Так, так, вот это вот ложим. Сколько возможно? Вот если вы что-то не доливаете, это делаете, вы не доливаете. И все равно тоже может как-нибудь другие там взять. Это нужно не добавить, пока вот эти вот все уберут, то не может, они чуть-чуть будут. Вот все. Сейчас дадим ей молоко. Оно не очень вкусное. Он мне нравится. Я не знаю, что это вообще такое за лапша. Вот это вот лапша, вот это вот что за это за лапша, я не знаю, если вы знаете, напишите. Так. А сейчас еще можно сделать. Еще можно из грибов. Вот можно. Еще из грибов можно сделать молоко. Так, да, вот так. Вот, я не сейчас уже. Ну, может быть, это получится там для кого-нибудь. Может, это для кого-нибудь лучше, ну ладно. Вот, это тоже самое молоко можно делать. Мне тоже нравится. Можно сделать кофе. Кофе можно сделать только из картошки. Можно кофе из картошки. Ну просто это как-то странно, да, кофе из картошки. Ну просто здесь нет других материалов, а только картошку додумать и сделать кофе. Еще надо Ладно, чтобы у него было. Такое вот можно, да, блядь, там сколько надо, сколько. Еще другие напитки можно там посолить. Посолить такое вот, чтобы было более похоже на кофе. Сейчас ей дадим кофе. Кофе. Она сейчас не понравится. Да. Не нравится. Да. Я вам покажу просто, какой там играет там тебе. Вот можно просто воду налить. Воду налить. И добавить ей какой-нибудь, например, там можно вот это. Можно любой вообще. Можно, например, пеленую воду. Можно делать. Можно такую делать. Такую. А можете, например, вообще делать вкусный напиток. Например, сахар. Лимончик еще и этого. Ну да, можно так попробовать. Сейчас мы дадим. Еще такое. Давай вот. Можно играть там. Ну, вот, еще, наверное, можно делать все. Сейчас я вам еще один прикол покажу. Это будет прикол. Сейчас соль. Если сейчас покажу. Сейчас будет. Вот, на. Можно еще съесть. Вот он у меня впереди. Можно ведь холодильник, чтобы он съел. Ну не весь не съел. Может, у вас что-нибудь там не будет. Вот у него так что-то не бывает. На, ей быстро. На, ну вот. Вот все, весь холодильник. Сейчас покажу.
блюдо. Ну, блюдо такое вот вкусненькое блюдо можно там сделать. Берем. Нам понадобится. Понадобится рыба. И мы должны сначала поместить в духовку. Так, вот она у нас пожарится. Сейчас. Все. Теперь мы должны ее в кастрюлю. Так вот, кастрюлю. Полетали, не знаю. Теперь в эту сковородку и должны у нас выкипеть. Все, наше блюдо готово, только что надо лимон. И еще можно сделать клубничный коктейль. Да, клубничный коктейль. Клубничный коктейль, чтобы его просто попить. Всем пока, сегодня покажу там всякое интересное, как кетчуп. Пока-пока.